вообще базар. Печально. Да, кстати, вот мы были всегда, сколько раз пытались прийти, мы приходили вечером. Это вот так вот выглядит этот базарчик днем. То есть вот базарная площадь эта, она пустая. Ну, базарная площадь как? Здесь, скорее всего, для транспорта. Вот. А базарчик сам там дальше. Ну, сейчас пройдем. Ну, здесь, как видим, такой немножко срач. Грязь. Ну, посмотрим, что внутри днем. Вот. Ну, продают здесь всякие вещи. Украшения. Украшения. Ага. Вот аптека. Вот аптека. Сейчас мы спросим Маренгу, которую нам рекламировали на экскурсии обзорной. Угу. Ну вот как бы. Здравствуйте. Вот игрушки детские. Так, посмотреть, хоть что есть, может быть соус. А вон соус. Так, там продукты, вот всякие сушеные рыбки. Нам сушенку. Вот всякие тут лепешки рисовые, с рисовой муки, очень интересные. Как вот их использовать, да, размачивать, ну, да. Потом жарить. Вот соус. Ты же соус все хотела. Ну так пошли. Посмотрим тоже. Да вот соусы тоже. Это острые соусы. А там дальше еще вообще еще там рынок какой-то есть. Это рыба. Рыба сушеная, интересная, пластиками. Можете не делать. Ну, едят. А вот смотрите, вот есть. Что там? Вот штучки. Угу. Ну, я думаю, это, знаешь, типа как к пиву. Рыба к пиву, вот, сушеная, соленая. Может, возьмем, попробуем один? Ну, что? Ну, просто попробуем, да все, мух вроде не видать. Ага. Ну давай, какую? Ну такую мне нравится какая-то. Ну или другую давай, да любую. Мне кажется, вкусно должно быть. Вот это какая-то интересная, с кунжутом. Если они ответят, как кушать. А сколько стоит? Я все-таки куплю себе такую эту, ну, пластики с, как она называется-то, из рисовой муки засушенные блинчики, вот так. Видишь, они заворачивают тут же и едят, заправляют этим соусом, который мы купили. Ну, запах, конечно, стоит отвратительный. Наверное, так и должно быть. Здесь же много всякой ерунды продается. Яйца здесь стоят 23 десяток, наверное, все-таки тоже. 23 умножить на 3, около 70 рублей. Вот какая рыба тут, всякая интересная. Такая рыбешка. Ну,
А это, наверное, Тунец. Точно, наверное, Тунец. А вон там что-то уже жарит. Кальмары. Вот это кальмары, я понимаю. Не то, что у нас продается. Что-то типа скумбрии. Ой-ой, как вкусно, наверное. О, угорь. Угорь какой-то. Да. А где, ты говоришь, жарят свежую рыбу? А это лепешки жарят. А, не, лепешки не хочу. А вон утки, куры. Тут же креветки. Так, что, куда? Пойдем курей посмотрим. А, я думала, живые. Ага. А фрукты что-то не вижу. Там еще дальше. А, нет, дальше мукики стоят. Слушай, Вера, а ты вот такую манго ни разу не брала? Может, такая другая, зеленая? Ты все желтые, да, желтые. Думаешь, она вкусная? Угу. Можно попробовать? Нет, попробовать можно, она сладкая. А смотри, еще мандарины зеленые. Может, это даже не мандарины, а что-то другое. Вера, мы такой еще фрукт не пробовали. Ты такой хоть раз пробовала фрукт? Вон тот. Да? Это каракатицы, наверное, да? Вот, перебирает женщина, сидит. Вот такие каракатицы. Бедные курочки сидят. Уже обреченные. Вот как они их кормят. Это поят они их так. А, они поят так. Они сидят и не убегают. Почему? Они привязанные. А, да? Каждый. А там дальше утки. Пойдем подойдем поближе к уточкам. А это уточки. Они более пугливые такие. Курицы уже обреченно сидят, а эти... Вот фрукты в перемешку с морепродуктами. Мы все хотим найти. Райское яблоко. Вер, ты смотри, может, где яблоко увидишь. А вот это хлебное дерево, наверное, да, или что? А, это папайя такая у них. Может, маленькую возьмем? Самую маленькую выберем, вот ту желтенькую. Она сладкая? Да. Наконец-то вышли с этого рынка. Взяли мы рыбки сушеные, пробовали, очень вкусные, посмотрим. Потом вот Вера идет, это все наши покупки. Опять фрукты, папайя, ананас, опять яблоко сладкое. Ну, немножко соус. Ну, в общем-то, и все. Сейчас будем переходить через дорогу. Вот такой кишмиш творится. Страшное дело. Едут все, кто как хочет. Кто вперед, кто назад, кто как.